Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенонового света от компании Xiaomi на цоколь H1, температура свечения 5000 кельвинов. Поставляется комплект в фирменной коробке компании Xiaomi. Внутри у нас находится оригинальный гарантийный талон. Вот так вот все упаковано. Сейчас по порядку будем все смотреть. Так, монтажный комплект для закрепления блоков розжига в подкапотном пространстве. Это два самореза, два двухсторонних скотча и 6 стяжек. Сами блоки розжига. Блоки розжига идут стандартные балласты, то есть вот такие вот большие, выполнены полностью из металла, герметично заклеены, пыли, влага защищенные. Вот такие. Подключаются на 12 вольт мощностью 35 ватт. К лампам идут вот такие вот два разъема и третий на самом блоке. Как именно подключаются лампы к блокам, далее мы обязательно покажем. Так, ну и также, конечно, ксеноновые лампы, также мощностью 35 ватт. Защищены они идут пластиковым колпачком, для того, чтобы они не повредились при транспортировке. Подключаются сугубо на 12 вольт. С помощью вот таких вот проводков. Ну а блоком розжига идут также три коннектора. Давайте подключим один блок и лампу. Так, сначала широкий разъем подключается вот так вот. У нас. Далее подсоединяются остальные два. Все подключается до щелчка. Чуть неправильно. Вот так вот. Вот. Ну и осталось подключить питание 12 вольт, что мы сейчас и сделаем. Лампа у нас загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Яркости, конечно, ксеноновым лампам не занимать, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенонового автомобиля нужно откорректировать фары, дабы не слепить встречные автомобили. Как мы видим, световой поток набрал свой цвет. Он чисто белый у нас идет, как и заявлено, в принципе, 5000 кельвинов. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость комплекта ксенона вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.